раз вот на стремянку, опять в этот угол. Вот взяла валик. Внизу у меня кюветка стоит. Валик пропитан тигурилой евро-2. Как я крашу? Что я делаю? Я сперва крашу вдоль окна. Туда, обратно. Вот этой бородой на себя. Веду на себя. Потому что борода очень хорошо ведет краску. На себя веду этот валик. Сейчас я его, ребят, с полки. У меня кюветка внизу стоит. Я полкой краску. Ребят, смотрите. Вот так. Раскатываю валик. Кручу валик. Раз, два, три. Сжимаем. Хорошо, отходи от угла. Иду на угол. Поперек окна. Все лампочки сняты.
так от него. Равномерные, ребят, это палки вот этой высоты, этой ширины и толщины даст вам такой равномерный хороший нажим. Она не легкая и не тяжелая. То, что надо. Я долго искала, чтобы вот палка соответствовала моему нажиму. Вот эта деревянная палка от половой щетки именно обладает таким характеристиком, которым мне нужно. Работаю я по моему дому 2,65-2,55. Это высота, то, что надо. Полкило надо выхватить. Вот так. Сейчас, ребят, я уже вот на локале покрасила. Вот он приходила вчерашнего ГДшного одного родной кюветки. 30 на 300 на 270, и вот сейчас краски тоже одна волокна. Краску переливаю вот такой лоток от молока. Варик, сейчас пойду мыть. Сниму пока эти палочки. Так, смотрите, переливаю излишечки краски в этот лоток от молока. А тут пока есть еще краска, с ним похожу и покрашу галтерей вторично. А это пока пускай оставлю. Обратно, пока я ведро не буду сливать, краску, которую выложу. Ребят, опираюсь на стремяночку. Вот лоток. В нем осталась еще краска. Часть я отвела пакет от молока. Поперек я крышку снимаю у него. Туда отвела. Вот. А часть осталась в этом лотке пластмассовом. Вот, где был валик. Беру кисточку. 63 миллиметра микродиаметра. И крашу, ребята, вот вдоль, под и саму эту потолочную галтель пенопластовую. Первый раз красочкой. Вот краска должна пленку создать. Она ее создаст. Вот, сейчас можно будет попросить и открыть окошко. Вот. И куда валик у меня не дошел, а он не дошел у меня вот. Вот. Я крашу кисточкой. Вот так, ребятки. Все хорошо, все получается. Вот так, туда, обратно.
другой. За другой. Сейчас что я буду делать, ребят? Что? Трубу второй раз, трубы, тут две трубы, два стейка тут, правый, левый. Эмаль будет у меня. Дюфа, грунт, эмаль. Она совмещает себе, вчера был грунт, а сегодня будет укрытка. Рассудки эмаль красится. Вот, сегодня вторые сутки. Вот, покрашу. Дальше отшкурю перед этим, где откосы у меня вот намазаны. И приходит, блямба там была, прекратичка. Вот. Я что-то первый раз не придала значение. Там, ребят, пустота была. У меня взяла и треснула штукатурка. Я ее подковырнула, а там полностью. Вот все эти протечки, понимаете, как нигде не ожидает подвох, где ты его совершенно не ожидаешь. Вот. Дальше иду, ребят. Пойдем с собой. Сейчас стреляночку. Вчера взяла шпателя, вот вы говорите, вот шпателя, там надо мыть, а кто у меня даже живой в квартире. Вот целый мешок этих всяких гладилок, он вчера работал, домой понесла, чтобы их помыть. Вот. Вот такие дела. Вот. Сегодня обратно принесла, обратно вечером будет нести домой их мыть. Ну а что, пока он как бы не застыл, он оттирается неплохо. Но все равно замочить-то надо его сразу. Эти гладилки, шпицеля. Вот, сегодня я крашу. Первый и второй раз между ними стены готовлю. Под обои. Уже грунтовка я обычная прогрунтовала. Вот. Теперь надо будет сегодня еще белую грунтовку выгадать. Потому что там на бирке, какую он вчера открыл, мы почитали, что требуется однородная подложка. То есть не стена не должна быть такая серо-белая, розовая и вот коричневая. Она должна быть однотонная. Вот. Ну, прокатаю вот так и грунтом. Вчера у меня всего один лоточек ушел на потолок. И плинтусы, знаете, потолочные. Так, вот это есть, ребята. И дальше. Две стены в комнате, да, вот она у меня за спиной. Там тоже протечка, на этой же стене тоже грибок там. Вот, и он вчера сказал, я буду смывать. Ну, конечно, смывка это не пошла, эта тема. Мне пришлось ее зачистить. Ну, с чего и надо было сразу начинать. Вот. Дальше он обработал жидкость против грибков на жидком кислороде. Вот. Сегодня я, значит, вот навел теплон ее не с белый болт и стал тянуть гладилками там угол метр на метр. Ну, она высоту 2,50. Потолок также разбит, как тут. Тоже где протечки. Ну, я не знаю, только протечки, только что. В общем, где метр 20 каждый лист, там трещина. Ремонт был сделан 10 лет назад. Так, это есть, ребят, пойду сейчас в Кугабово.